Артур Битербеев – боксер-профессионал, чемпион мира в полутяжелом весе, чемпион России, Европы и Кубка мира. В Сочи он провел мастер-класс для боксеров спортшколы номер 3. Это хорошо, когда дети видят, есть возможность пообщаться, увидеть, сфотографироваться с ребятами, которые добились более-менее результатов каких-то. То есть это им большой стимул. То есть я приветствую такие встречи. Битербеев раскрыл секреты своего мастерства и показал для начинающих спортсменов несколько приемов в ринге. В открытой тренировке приняли участие около 100 человек. Очень польза большая, потому что это боец хорошего уровня, профессионал. И тем более 15 боев, 15 побед и все нокауты – это очень хороший результат. После мастер-класса боксеры смогли сфотографироваться со звездой и получить автографы. Добавлю, что бокс в Сочи – один из популярных видов спорта. В спортшколах боксом занимаются 1500 детей. А в общей сложности в секциях и клубах боксируют более 3000 человек.